Всем большой привет, дорогие мои зрители! Я хочу продолжить подборку вкусных и полезных салатов без майонеза с сезонными овощами. Нужно наслаждаться моментами, готовить побольше вкусного и полезного сейчас. Берем один перец, желательно зеленый. Мелко нарезаем где-то с размером с одну кукурузинку. Дальше у меня здесь огурцы и помидоры. Огурцы у меня маленькие, поэтому я беру 4 штучки, вы можете взять 2 средних и 2 помидора. У меня мелкие помидорчики. Нарезаем их мелко, тоже так же, как и перчик. Мелко нарезаем кинзу или петрушку. Берем 200 граммов кукурузы. У меня это консервированная кукуруза, но можно взять свежую, отварить ее и добавить. Солим по вкусу. Также добавляем черный перец по вкусу. 1 столовая ложка лимонного сока и оливковое масло. Салат готов! Вот такой красивый, аппетитный салат. Здесь все цвета радуги почти. Будем пробовать. Вкуснятина. Очень хрустящий, вкусный, свежий, легкий салат, который точно не навредит ни вашей фигуре, ни вашему здоровью. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем пока, до новых вкусных рецептов!